Мойву помыли, головки оторвали, добавили в муку соль, специи, выложили на противень. Противень уже смочили маслом, рыбку сверху маслом сбрызнули. Сейчас духовку разогреваем. Рыбка пропиталась маслицем. Теперь включаем духовку 150 градусов на 25 минут. Вот такая золотистая рыбка получается. В панировочных сухарях, правда, цвет красивее получается. Не то, что в муке.